Вчера в первой галерее Русгидро прошла ежегодная выставка детской художественной школы. В этом году она приурочена 50-летнему юбилею детского учреждения. Приурочена к юбилею школы, к юбилею нашего любимого города Каспийска. Мы как раз ее подготовили. Здесь и работы о Каспийске, и, если вы видите, линогравюры выставлены. Вот. А так мы еще подготовили очень большую выставку перед школой «Наш любимый город». На мероприятии присутствовали гости, которые пришли для того, чтобы поздравить школу с грандиозным праздником и лицезреть работу юных дарований. Сегодня очень рада присутствовать на мероприятии по случаю юбилея детской художественной школы города Каспийска, которая действительно по праву входит в когорту самых лучших образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. На выставке художники знакомили зрителей со своими работами. Они делились с присутствующими, что именно вдохновило их для написания именно такой картины. Каждый год на выставке также проходит вручение дипломов и грамот детям, которые побеждали в различных фестивалях и конкурсах в течение года. Ну, один диплом – это когда я ездил в этом году летом на пленэр с художественной школой в Хвалынск, город Саратовская область, и диплом за профессионализм. В этом году школа участвовала в международном конкурсе «Дружа, дети на планете». Среди 10 тысяч участников Каспийская художественная школа взяла 5 призовых мест. Такой успех учеников только вдохновляет совершенствовать свой талант, делится директор детской художественной школы Наталья Крутикова. Выставка будет проходить месяц, в течение месяца, так что все ребята, которые проживают в Махачкале, в Каспийске, пусть приезжают и смотрят нашу выставку.